Ребят, всем привет! Сегодня у нас 19-я часть по верстке, на примере реального проекта «Вот у дома». У нас осталась мобильная версия. Осталось совсем немного, буквально 1-2 серии. Постараемся сегодня, ну, сейчас закончить в этой серии, да, если не получится, то есть растянем на следующую тоже. Итак, у нас есть сайт. Мы дошли до... вот эти медиазапросы мы прописали. Это сейчас все идет только про главную страницу. Потом уже будем писать другие страницы, но, по идее, если сделать главную, то другие уже пойдут легче. Итак, первоначально, что нам нужно сделать, это как-нибудь вот этот хедер, сделать его как-нибудь максимально читабельным, да. Значит, я предлагаю следующую схему. Во-первых, мне кажется, что вот эту вот историю с адресом нужно убрать вообще, потому что адрес нам, в принципе, не нужен. На мобильной версии. Ну, можно в контактах посмотреть. Так, адрес. Только здесь first child. Так, и у нас мы его убираем. Display none. Так. Все, должен сейчас убраться. Так, не понимаю. Maxis. Так, я немного не понял. Я же вроде правильно сделал, но... Не понял, ребят. Ага. Подожди-ка, а почему не работает? Это же первый элемент. Подожди-ка, хедер. Понятия не имею, почему не работает. Давайте вот так. Окей. Придется переопределить немножко. Добавить класс. Так, что по поводу класса? Мы на связи. Сюда добавим просто... Ну, header. Адрес. Ну, так тогда получится. Так, мы на связи, отлично. Личный кабинет. Так. Я думаю, устраивает ли нас такая структура или нет. Смотрите, я думаю, на данном этапе, может быть, и устраивает. Но когда будет поменьше, там уже нужно по-любому будет уже что-то исключать. Я думаю, вот это нижнее уберем просто. И личный кабинет, наверное, оставим просто иконку какую-нибудь и все. Блин, не знаю, ли сейчас. Ну, давайте пока не будем трогать, посмотрим. Мне кажется, пока что не нужно. Так, смотрите, у меня есть заготовленный код для гамбургера, который мы сейчас будем подключать. Так, simulations, так, work, source. У нас есть заготовленная история, это в фиче. Значит, здесь есть хамбургер, вот он, да. Он ставится, собственно, рядом с самой менюшкой, вот здесь. Вот здесь он будет ставиться. Значит, меню то же самое абсолютно, просто мы меняем стилистику. Так, это мы добавили. Теперь нам нужно что сделать? Его скрыть. Вот этот вот код вставляем в обычный SAS. Обычный SAS. Вот сюда вот.
Так, вставляем просто. Не знаю, тут можно было как-то это все переделать, может быть, сделать поудобнее, но у меня пока что в таком сыром виде, как бы, там уже посмотрим. Собственно, добавляем сам JS-код, который будет срабатывать. Вот, так, здесь при клике на хамбургер, так, внутрь, up, slide down, slide up. Ну, то есть, в принципе, здесь история то же самое, да? Так, единственное, здесь нужно немножко поиграться, да? Во-первых, хамбургер должен у нас открываться на этом этапе. То есть дисплей блок, да. Что касаемо mnuTop, здесь нужно с ним поработать, да. То есть у нас будет, во-первых, position absolute. mnuTop, тут контейнер, да, у нас. Ну, position relate. Так сделаем. Ну, он и так будет работать, но сделаем вот так еще. Position absolute по ширине. Так, у нас мобильной верстки нету, ой, мобильного дизайна нет, поэтому плюс-минус это будет 300 пикселей, плюс-минус, да. В принципе, стилистика очень схожа с саб-меню, да. Ну, там паддинги, да, допустим, 15. Потом что там еще? Ули и Эй. Шрифт, в принципе, там уже и так стоит маленький. Какой сейчас там шрифт стоит? 12, да, мы поставим 14, потому что можем себе позволить, да. Паддинги внутри этих, да, будут, но они будут какие? Сверху и снизу, да, только. Примерно по 7. Не знаю, мне кажется, маловато. Давайте по 10 поставим. Так, примерно так. Белый background, соответственно, здесь будет. Background color. FFF. Вот это так прописано чисто вот, ну, из головы, да? Left. Пусть будет прижато, я думаю. Ну да. Да, пусть будет прижат, там уже посмотрим. Соответственно, топ. Сверху должен быть отступ. Вот как раз таки идет на вот эту линию. Она будет в два раза меньше. Я пока не могу сказать, сколько. Но мы можем вот так сделать. Удалить и понять, сколько она будет. Здесь у нас 52. Поэтому топ 52 пикселя. Так, что касаемо дальше. При наведении здесь происходит такая штука. Я думаю, это происходит вот здесь, как раз-таки на этом этапе, да? Hover или Active. Тут мы как сделаем? Background color у нас будет... Background color transparent просто поставим, да? Не будет у нас transparent. А что касаемо всего остального, у нас будет зеленый цвет по-любому, color accent. И, в принципе, все, да? Изначально будет цвет белый. Сейчас собрать секундочку. Так, мы уже увидели, да, немного под глазом посмотрели, но здесь left я ошибся, он будет не 0, а left будет на какое-то расстояние, потому что я думал, ну, я немножко подумал, что паддинги, да, будут, но паддингов нету. Поэтому там идет 15, ну, где-то 20 пикселей будет достаточно на старте. Так. Бля, может быть, не, наверное, Блин, короче, ребят, давайте десяточку поставим. Пока что. Так, по хаверу, в принципе, понятно, да, то есть у нас background color не будет, у нас будет просто, ну, вы поняли, да? Блин, я просто немножко... Блин, нам бы закруглить эти штучки? Давайте попробуем. Так, я не знаю, может быть, что-то упустил. Position absolute is padding left. Да вроде бы все. Здесь.
А, тут 5 пикселей скругление, да? Понятно, короче, здесь контейнеру понадобится этот небольшие паддинги, да? Хотя бы вот такие. Опа. По бокам же там пятнашка была, да? Пока не работает. Давайте это пока уберем просто. Вот так. Но сейчас я не понимаю, почему не работает. Но я имею в виду border radius. Хотя нет, он работает, да? Просто его не видно. Так, а что происходит? Не совсем понимаю. А, есть курсор поинт. Да? Подождите, а что-то я не понимаю. Ну. Не понял, а почему не работает, ребят? У меня же предположение, что вообще не понимаю. Странно. Да. Не, ну подождите, ребята, а почему не работает-то? Гамбургер, гамбургер. Я ж там все это делал, ну да. Кликфанш. Блин, давайте просто, ну блин, оно должно работать. Консоль лог. Я что-то, мне кажется, вообще не алло. Консоль лог пишет? А чё класс-то не меняет? Is active. Вообще не понял. Бля, ребят, это чё за клоунада? Вы это видите? Блин, что-то я ещё не понял. Ну этот скрипт просто работает на всех проектах, как бы и... Опа. Почему тогл не работает? Подожди.
Не понимаю, почему первый раз такая ситуация. Ну чё, какую-то ахинею пишет, у меня... What the fuck, ребят? Из-за того, что кавычки поменялся, что ли? Дурак. Ребят, у меня здесь тоже есть. У меня тоже все заранее заготовлено, блин. Че не сообщи. Бывает, ребят, бывает. Так, Z-индекс. Давай, да? Ну, пусть будет на всякий случай тут... я просто не помню, какой там задавал. Пусть будет 99, потому что я не помню, какой там задавал, честно. Z-индекс 99. Так, меня смущает, знаете, что колор здесь... А почему колор белый задавал? Что-то я вообще не подумал. Да 16 хочу. Так. Не понял, что ли актив. Ну, актив-то понятно, а другие. Почему он не работает? Видите, да, здесь из-за того, что... А, да, забыл, что дисплей-блок нужно сделать. Я просто здесь поставил двадцаточку, да? Я бы поднял повыше чуть. И я бы округлил края, во-первых, border радиус. Но не все. Верхний оставил бы, да. А вот нижний бы округлил. И box shadow бы накинул. 3 пикселя, 6 пикселей. RGB. Ну хотя бы один, да, вот так-то. Кто размазан получился, вам не кажется, или это что это вообще такое? Как будто у меня буква, я не знаю, что с ним произошло. Так, ладно, давайте сначала это все это внесем сюда. Значит, здесь 180, здесь. Давайте я предлагаю вверху 15, таки по бокам 20. Вот так. Left. Окей. Топ 44. Это переносим.
Все, да? И сабменюш надо сделать. А чем все дергается, не понимаю. Блин, это у меня на компьютере, да, только так мыльно? Ну, наверное, да. Сейчас на телефоне посмотрим, что дичкает. Опа, открылось, кстати. Так, здесь нужно кэш почистить. Блин, у меня просто не работает, ребята, я не знаю, в чем проблема. Я вам только хвастался, помните, говорил, что типа, вот, так прям вообще топчик работает. Не знаю, у меня может быть что-то с сеткой в дома именно, с Wi-Fi, что-то не так. Не знаю, у меня просто не работает. Сейчас, секунду. Не могу загрузить, просто посмотреть. Ну, просто он не грузится. Ну, завершить сеанс, я думаю, о, здесь все нормально смотрится, кстати. Не знаю, что у меня было, короче. Непонятно, ребят. Непонятно просто. Ну, так-то нормально смотрится. Ну и смотрите, рядом просто вот это будет открываться. Блин, мне шапка на самом деле очень не нравится. Там структурировано очень странно. Так. Ну окей, если мы, допустим, ее открываем, нам нужно в разделе «У нас», да? Касаемо данного раздела, что я могу сказать? Вроде неплохо, да, честно? Мне кажется, неплохо выглядит. Да, если честно говоря, вот, хочу его поднять, больше с ним ничего делать не хочу, но может быть только максимум, максимум только border radius бы еще сделать. Топ что там, 32 пикселя, да? Да, и тогда я бы еще ему эти вот свойства задал бы тоже. Только border radius здесь 3 пикселя. Ну, чуть-чуть опустить, чуть-чуть буквально. Вот так. Открываем, да, оп. Что-то нет, убрали, да? Мне кажется, вполне круто смотрится.
Единственное, здесь я не знаю с расстановкой элементов. Может быть. Ну, давайте пока есть возможность, оставим вот эти вот моменты, и потом просто уберем на экране поменьше и все. Так, дальше идем, просто мы сейчас время реально теряем на то, что просто думаем. Так, здесь вроде бы неплохо, единственное, вот тут, видите, здесь получается, он такой получился небольшой, да? Хотелось бы его вот тоже сделать по высоте вот каким-то таким, чтобы... Может, 30? Он, кажется, в любом случае поменьше, поэтому я думаю, нормально, если вот так оставим. Да, думаю, так нормально. Так. Тут перебор явно уже, да? Так, не забываем, что мы можем еще подвинуть, поэтому 30-ку ставим. Так, фон size 30. Так, далее у нас что идет? Подвинем, да? Padding class у нас идет такое. Так, значит, нижняя, что у нас здесь? Фон size 15. Ну, тут, честно, не знаю. 14 поставим, да? 14 поставим. Чисто на перспективу. Оно, в принципе, и так нормально. Так, margin top. Ну, тут. Тут, наверное, окей. Единственная форма, да, что-то здесь. Немного разбушевалось, да, но это нормально. И такой будет достаточно вполне. Max vis. Min vis 240. Да, у них даже минимальная ширина. Внутри я бы что сделал? По поводу placeholders все-таки. Блин, предлагаю ребят их опустить вниз, потому что, ну, они здесь реально немного мешают. Ничего не понял. Ого. А что он такой большой получится?
Сейчас все решим, ребят, секунду буквально. Ой, блин. Да, кстати, реально получше смотрится. Так. Так, это пока отложим. Падник топ. Падник топ. Вот эти вот штуки, нужно их как-то подвинуть. Так, окей, давайте с этим разберемся сначала. Здесь стрелочки, окей, встали. Я их предлагаю разместить пониже, да, вот эту штуку все-таки. Блин, да, видите, да, то есть нам вот это вот, конечно. То есть, видите, нам, конечно, не очень то, что я на глаза вот это вот налазит. Если мы сделаем падинг. Мне кажется, нормально. Здесь вот это давайте теперь ограничим, тогда я предлагаю. Мы уже замечаем, да, что кнопка явно у нас опять немного не влазит, да, в габариты. Вот так вот. Так. Блин, не знаю, может быть убрать сюда стрелочки, добавить точки. Давайте так и попробуем сделать, потому что, ну, wrapper main slider. Давайте сейчас так и сделаем, потому что это невыносимо, реально. Responsive. Так. Вот, main slider. Смотрите, здесь arrow false. Здесь мы, в принципе, ничего не трогаем. И dots true. 768. Что это такое? Ну реально, ребят, просто вот эти вот дотсы, они хотя бы, ну, типа вот ботом 15, допустим, мы сделаем сейчас. Хотелось бы, конечно, чуть-чуть поменьше, что они прям вообще огромные какие-то. Вот так прям идеально, я считаю. Только это нужно присвоить к... Хотя на таком разрешении, но в любом случае присваиваем этому wrapper main slider, да, вот так. Но я думаю, все-таки смотрите,
Здесь, сейчас я объясню. Эту штуку. Bottom 15, да? Это мы сюда присылаем, а это отдельно ко всем, потому что оно применимые точки должны быть везде маленькие. Все, да, то есть листается, все окей, да? Просто в такой структуре. Да, вот так мне лучше нравится. Так. Это на что такое? Почему у меня. Так, во-первых, этот автор нужен display none. Display none. Так. Выбираем, да? Я не понимаю, почему вот эта тень идет. Вообще не понимаю. А, она идет у Advantages самого, да? Не-не-не, у контейнера, Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Box Shadow. Тут я немного, конечно, переборщил, но мы их можем сделать этим. Бордер даже забыл какой-то, да? Так, короче, мы это сохраним. Тут скобочка. Так, смотрите, я убрал, но предлагаю при этом ADV item поставить как раз таки. Почему бы нет? Мне кажется, вполне нормально такая история. Забыл, да? None. У них же стал какой-то этот отступ даже. Или нет, нет отступа. Можем вот, ну, 50, здесь нужно большой отступ ставить. Блин, я как забыл. It's okay. It's okay, да? Единственное, здесь, конечно, тоже покрасилось тут вот. Короче, здесь background color transparent, но у которого custom этот. А, ну вот здесь ADV item promo. То есть вот если он промо идет у нас. Блин, да что ж. Тогда этот background color. Так background color. А у них, подожди, у них, кстати, я не вижу, или там нету border radius. Ну, видите, у нас весь сайт построен на border radius, поэтому мы здесь должны тоже это учитывать. А, реально не было. Все, так, наверное, получше. Так, окей. Смотрите, я думаю, у этого блока, у advantages, убрать вообще эти. Блин, зачем это ахинею эту делаю? Блин, вот так, да, получается? Убрать предлагаю вообще паддинги. На мой взгляд, они реально там лишние. Так. Да, то есть здесь убрали. И внизу стоят эти стандартные паддинги. Мы здесь, в принципе, ничего не говорим. А, но здесь у последнего элемента, да, можно убрать. Margin button 0. Все, отступы оставим пока что. По 80. Ну да, пока что оставим. Здесь мне все нравится, не знаю. Нормально смотрится. Так. Выполнены проекты. Так. Ну, смотрите, вот этот блок.
Я все-таки думаю с ним что-то сделать, например, я не знаю, как-то по высоте как-то его сделать поменьше. Надо привести вид к этим. Такая задача у меня. Двести семьдесят девять, да, 279. Ну и Margin Bottom, да, 30. А, ну это при наведении, да? Угу. Калькулятор. Окей. Здесь, в принципе, пока что окей. Next. Блин, я так рад на самом деле, то, что все так вылезает. Так, ну это мы проверим потом, да? Но ползунок должен работать. Это же, ну, HTML, это же не я его сам прописал. Блин, я так рад, что здесь так все хорошо, кроме последнего пункта. Не совсем понимаю, в чем проблема. Здесь реально в пикселях, да, в каких-то. Виз 56%. Не знаю, мне здесь все нравится. Вот это тут, конечно, это лажа. Причем здесь... А, здесь у нас, видите, какая история, здесь же нет этого. Тут внутренние должны быть включены паддинги на всякий случай. По пятнашке. Я считаю, это вообще для всех нужно. Section H3, то что внутри должны быть паддинги. Потому что контейнера нету, а без контейнера, сами понимаете. Так, сделаем, но что-то тоже применится. Ну и Max Viz 100%. Тоже пусть ко всем, ну, не суть. Так, что у нас здесь? Small. Здесь font size 20. Здесь мы Margin bottom 35. Наша команда. Так, стрелочки вот уехали, да, и здесь у нас. Просто хочу, чтобы оно влезло, видите? Чтобы оно... Выглядит как-то мутно, я не знаю. Так. Здесь у нас left 40%, left, соответственно, right должен быть тоже 40%, 40%, так, соответственно, у нас тут должно быть тоже 40%, right 40%, так. Ну так, в принципе, смотрится неплохо. Но если чуть-чуть назад, то есть, может быть, 42%, допустим. Не, 41 все-таки. Там прям, видите, прям пиксель-пиксель. Ну, видите, блин, на самом деле не совсем ровно. Я уже сразу на глаз вижу. Но видите, да, нужно подвинуть их немного будет.
Давайте так сделаем. Так. Слушайте, ну, я предлагаю, смотрите, я предлагаю сделать немножко другим способом. Блин, выставлять просто по пикселям не хочется на самом деле. Вот я вижу четко, да, что... Давайте так сделаем. Чуть-чуть пусть отходит. А, это опечаточка 39. Вот так вот, кстати, ровно получилось. Смотрится, в принципе, тоже хорошо. Вот так мы, наверное, оставим. Так. О компании. Ну, картинка пусть останется, она, в принципе, никак не мешает. Единственное, я бы сделал ее по центру, просто чтобы красивее просто было. И margin bottom все-таки пиксель 20 должно быть. Так, поэтому сюда мы присваиваем. Так, сюда margin 0 авто. Margin bottom 20 пикселей. Так, это окей. Этот блок, в принципе, окей. Тут нормально все. Тут ничего делать не будем. Значит, нам доверяют. Блок тоже окей. Может быть, давайте скроем стрелочки, потому что они уже здесь не актуальны. И, ну... Мне кажется, лишний. Зачем нам так много элементов управления, если нам хватит и этих? Поэтому слайдер, который идет с партнерами, мы его найдем. Он у нас идет где? Наверное, P-слайдер, да, это он? Да-да-да, P-слайдер. И на 600. На 768 напишем. Arrow false у нас сделаем. Так, тут у нас не надо никакие там true. Так, а что за... Подождите. Типа надо везде false, что ли, поставить? Так оно, что ли, работает? Походу так. Да-да-да, видите. Ну, окей, не суть. Так, дальше у нас что идет... Текстовка обычно здесь можно поменьше чуть-чуть. Пока. Так, текстовка 14, это прям замечательно, меньше не надо. А, не влазит что ли в одну? Блин, почему не влазит-то? Или там что стоит? BR там стоит. Вон он, в чем проблема зарыта. А мы первый выключаем, потому что он нам не нужен. Вот, ребят, если вы не знали, что то так можно отключить BR. Я тоже как бы узнал это не с самого начала, но так можно отключать BR. Отзывы тоже. Тоже отзывы отключаем. Нам не нужен этот отзывы. Так, у нас есть вот тут наверху, поэтому мы можем воспользоваться. Responsive. Dots true, arrow false. Окей. Ну, dots можно. Нам просто главное стрелки выключить. Так. Отлично, отлично. Что-то размыто опять, да, получилось? Но оно сейчас фокусируется. Это проблема все-таки в самом, как бы, в браузере. Так, здесь 400. Вот туда мы немножко с вами съехали. Так, здесь все нормально. Вот этот молодой человек мы его просто убираем, потому что он здесь уже не актуален, и в принципе можно его просто скрыть. Вот. То есть здесь просто display none. Так, слишком длинная у нас получилась этот. Я понимаю, что я ее раньше хотел так сделать, но теперь я не хочу. Теперь я бы хотел, чтобы она у меня была поменьше. И с кнопкой, да, потому что есть место для кнопки, почему бы не использовать, но мне кажется, так смотрится красиво. Max Vis 65%. Так,
Я согласен, тоже хорошо, что согласен, да, но при этом здесь можно было бы margin top. Margin top. Где он, кстати, прописывается, не могу понять. Мы его где прописали? Но он есть, но где? А, вот, margin top, да, то есть он 20 пикселей идет. Я бы его сделал поменьше. Но видите, в чем разница? Здесь... Слушайте, я бы, наверное, сделал так. И потом сделал бы просто вот так. Потому что, ну, не знаю, отключим только в этой форме, потому что в других я не заметил проблему верхней формы, поэтому, может быть, там и не нужно так делать. А здесь можно в нулину просто выключить, он нормально станет. Так, что? Так. А. Отключил, да? Да, то есть видите, как отключил, так и не отключился, нормально. Здесь, ну, мне полностью нравится блок, честно. А тут можно бы чуть-чуть margin bottom буквально там сделать его двадцаточку, да? Все, то есть мне блок в принципе нравится. Вот, то есть сделали, все. Красивый блок, ничего лишнего. Читать на социальных сетях. Здесь у нас творится полный трэш, честно говоря, да? Значит, у нас social, да? Social group. Гостевая контент-центр у нас, да, задача? Давайте мы поставим задачу space between, да? Блин, видите, between в чем минус? Оно позиционирует его так вот. Flex. Или центр, также, да, но теперь здесь margin нужно сделать просто. Ага, он не применяется, видите? Забавно то, что эти должны быть по 50%, а не почему-то. Я не выставил их почему-то. Так, давай тогда, ну, я не знаю, мне вот реально. Может быть, Flex Start попробовать, они будут тогда позиционироваться, нет? А, мы же можем таким образом их. Что-то не подумал. Мы же можем вот так сделать. Во-во-во-во-во. Так. 10 декабря заканчивается лицензия. О, 10 декабря. Капец, уже столько времени прошло. 10 декабря, да? Напомню, через день. Так, просто видите, я пользуюсь Apple мышкой и решил купить плату софт, потому что удобно очень. Так, сколько мы уже пишем, да? Но дальше должно быть легче, по идее. То есть мы должны сейчас прописать какую-то часть, дальше уже должно пойти легче. И так, что я прописываю? Justify content flex start. Так. И самим этим штучкам, значит, виз, а можем прямо здесь, да, вот так, виз 33%, но если мы берем NTH child последний, да, то есть четвертую, и берем также пятую, допустим, через NTH child, берем также пятую, и им делаем вис 50%, да? Не работает, да? Я так и знал, ребят, что ты... А, я ж, да, немножко извиняюсь. Бам-бам-бам-бам-бам-бам.
Единственное, внутри все-таки вот мне хочется сделать здесь отступ побольше. Мы его просто когда-то уменьшали, теперь я его хочу сделать побольше. Вот 15 было бы оптимально. Margin left. Это где у нас идет? Social, да? Ну, отдельно сделаем, я не хочу просто запариваться. Margin left 15, просто так сделаем, все. Окей, да? Может быть здесь чуть-чуть поменьше сделать? Сколько здесь сейчас идет? 36, да? Блин, я бы сделал на 32 здесь бы сделал. Font size 32. Font size 32, ребята. Короче, social. Social и именно вот внутреннему H3, который идет сразу же, да? Font size, какой мы прописали? 32, да? Пусть будет, да? Лишний не будет. Все, окей. Может быть, отступы сделать поменьше также. Пусть лучше со всеми будет, хотя... Хотя нет, давайте сделаем. Давайте сделаем паддинг, я предлагаю по 50 сделать. Мне кажется, будет оптимально. Вот так. Чтобы уже точно нормально смотрелось. Да, все, теперь окей. Здесь общая информация, услуги. Здесь, в принципе, окей. Единственное, отступы, да, поменьше будет делать. Давайте по 50 просто сделаем. Тут пока все нормально, да? Эта история, что она здесь подвинулась, да, вот так. Давайте пересортируем. Смотрите, вот эту историю мы делаем полностью по центру. Картинка у нас этот, и это у нас тоже блочная, да, история? Не, не блочная, да? Текст блочно инлайновая, блочная, ну поняли, короче. То есть так оно не подвинется, это понятно, да, поэтому place лого, текст align center, да, и выше. И непосредственно, если обращаться к картинке, то ей мы сделаем margin 0 авто, но отступ у нас у кого идет? У этого, да, поэтому все окей. Все это по центру есть, да, готово. Ну, кстати, выглядит неплохо. Бля, вот тут уже лучше, ребят, честно говоря, здесь уже лучше, чтобы вот дом был вверху, а потом менюшка. Блин. Получится ли у нас так сделать? Вот в чем вопрос. Ну, по идее, может так сделать. Смотрите, тогда как делаем? Эта треть остается в любом случае. Хоть так, это третья всегда. Но здесь не разбериха, поэтому здесь тогда нужно еще прописать order MD2. Но вообще order 1. SM у нас нету или есть SM? Я честно не помню, ребята. SM у нас... Не помню, честно. Блин, SM у нас есть? По-моему, SM есть, да. Просто что-то я его не использую. Ну, неважно, неважно. И здесь... Так, куда-то я пошел. Да, вот. А здесь order... MD1, а вообще order 2. Order 2. Вот таким способом, наверное, да? Так, ну это понятно, мы здесь можем рассортировать. Если мы подвинем больше, чем 768. Окей. И если мы сделаем нормально. Окей, все, да? Все, Макс не ошибся, Макс не тупой. Так, 400, вот так сделаем. Все, это просто шикарно, я считаю. Это просто хорошо, потому что так оно ложится прям по идеалу.
Place лого, так, и тут Imagine Bottom, тогда, ну, 30 пусть будет. Пам 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 все-таки P, я думаю, Imagine топ-10 пусть будет, так вот. Так, а что она не прижалась? Не понял. Place лого. Так, я не понял. Видите, то есть она к футеру когда относится. Ладно. Ну, тут на самом деле 15, давайте поставим, что я десятку переборщил. Вот так. Так, и чё? Ай, блин. Да, теперь окей. И вниз побольше отступ, что-то он такой прям маленький. Так, чтобы было понятно, что это отдельно. Вот эта история. Хочется, знаете, хочется ее сделать, наверное, в одну строку, а потом просто в несколько строк, когда будет уменьшаться. Холодный кофе вчерашний. Кстати говоря, вкусно, не знаю. Так, ладно. Сколько мы там уже? Час сидим. Сейчас я окошко, ребят, буквально открою на секунду. Так. Так, ребятушки, я снова здесь. Меня вроде видно нормально. Так, погнали. Давайте прямо здесь сейчас будем писать код, там уже посмотрим, как оно получится. Display flex мне, во-первых, надо, да? Align items center. Justify content писать, не писать, я не знаю, пока что честно. Flex wrap, да, то есть не влазит, то wrap. Вот. Соответственно, здесь social должны задать 50%, и текст line center, но он не сработает, поэтому здесь немножко по-другому. Сейчас здесь у нас flex, да, идет justify content, это justify блин, я его по-хорошему. Ну, понятно, что она разбивается. Подожди, а есть какие варианты вообще есть? Normal. Normal поставлю просто и все. И потом я хочу их подвигать внутри еще, да? То есть... Вот так, да? То есть это подвигал, да? А, ну так. Так, все, окей. Все, эти готовы, да? Давайте сразу буду делать, потому что иначе я просто сейчас это все упущу. Итак, place, он относится к футеру, да? Так, вот так. У него идет вот эти вот, сразу скопируем отсюда, ставим. Так, вот так. Внутри идет psocial. Это относится и к psocial. Ну, сейчас быстренько сделаем. И может у вас сразу же этот же pfon. Можно тот сразу же? Давайте pfon туда же. Не знаю, что это получится. Так, здесь, в принципе, такая история просто. Так, окей, и внутри еще идет у нас. Тут у нас есть ссылочки, да? Давайте все-таки вот так и сделаем. Я тут не помню, у меня просто есть что-нибудь такое или что на это вообще.
Можно просто текстан-центр, да, сделать, и по размеру чуть-чуть побольше нужно сделать. Пфон. Ага. Блин, 18 можешь прям сделать? Да не, слишком жирно. Не, давайте 16. АП 14, да? АП First Child. Так, окей. Да, здесь смотрится неплохо, мне нравится. Так, здесь, конечно, PFON, здесь нужно убрать у него маргин. One thing. Ну, здесь все окей. Вот эту штуку. Ой. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Здесь в любом случае margin top нужно сделать 20-очку. Она будет просто по центру и по размерчику. Как оно здесь идет так же, да? То есть, да, здесь вот первый идет у нас 14, да? А второй идет у нас 16. Так. Ой, как хорошо получается. Мне прям очень нравится. Прям так реально, ну, общая стилистика мне прям нравится. Здесь 14 поставим. Фронтсайз 14. Все. Чтобы никого не отвлекать, да? Давайте так. Раз уже красиво пишем, да? Фронтсайз 14. Так. Ну тут мне футер реально нравится. Он такой красивый получился. Бля, ребят, хедер не нравится. Не-не-не-не-не. No. Давайте подумаем, как нам сделать шапку. Хочется ее сделать красивой. Как мы это можем сделать красиво? Блин, они просто такие разные, эти элементы. То есть здесь как бы, ну... Один так выглядит, другой так. Личный кабинет. Я бы предложил, поняли? Вот и дом по центру сделать. Ну, смотрите, в чем преимущество флекса, в отличие от бутстрапа? В том, что ты его можешь кастомизировать абсолютно как хочешь. Да, вы можете сказать, бутстрап тоже можно кастомизировать, но ну, как бы во флексе ну, не будет такого, что я там поменяю стиль колонок, да, и у меня все развалится. Такого не будет. То есть во флексе ты сам все делаешь, сам прописываешь свой класс, сам прописываешь свои стили и так далее. Вот. Так, сейчас, секундочку. Так. Окей, давайте сделаем следующим образом. Центрируем надпись «Вот и дом», и внизу расположим... Личный кабинет здесь не смотрится, на самом деле. Личный кабинет не смотрится, да? Вообще не смотрится, честно. Давай сейчас
Блин, ребят, я не знаю, просто если личный кабинет оставляем. Короче, я предлагаю так: личный кабинет, сейчас иконку быстренько отредактировать и внедрить ее в полоску в эту же, рядом с поиском. Просто поставить личный кабинет будет. Ну, а почему нет? Мне кажется, решение хорошее. Так, наверное, сделаем, потому что, ну, реально, других вариантов у меня нету. Вот то, что сейчас, мне вообще не нравится кардинально. Поэтому давайте сделаем. Так. Личный кабинет. Так, дашборд линк. Угу. Search input. Вот он, да? Сюда неожиданно у нас помещается этот dashboard link. Вот. По поводу стиля. Image.com user. Смотрите, мы что можем сделать? Мы можем сейчас через код попробовать все это отредактировать, чтобы много времени не занимало. Вот и дом, image, home. Так. User. Давайте скопируем его, да, и сделаем из него user. Моба. Вот. Смотрите, я хочу вот здесь, где белое. Да, видите, вот этот цвет сделать. Понимаете, да, что я хочу? Так, сейчас я покажу вам. Да, ну, давайте так сделаем, реально. То есть вот этот цвет. Опа, вставляем сюда, а вот этот вставляем сюда. А по высоте и ширине он у нас какой вот этот вот идет? Мы его таким и сделаем. 34 на 34 мы его таким сейчас и сделаем. Так. 34. Опа. Так, здесь пока ничего не отобразится, пока мы не пропишем здесь user mobile. Так. Конечно, немного переборщил, да, вот с этим вот. Не переборщил, да, походу. Я не настолько знаю SVG, но он же. А что с ним будет сейчас? Да, только здесь опять ошибся. 34, все. Теперь окей. Вот, теперь окей. Единственное, нужно понимать, что он будет скрыт у нас. Не забудь, это очень важно. На этой Search BTN. Ой-ой-ой, Dashboard Link. Вот, здесь нужно понимать, что он будет у нас скрыт, чтобы мы его не увидели там. Соответственно, теперь он будет у нас показан. Did Lana go? Yes, I want anything. Капец, здесь уже написал. Enough. Тут такого, видите, ничего не редактировал, в принципе. Ну, просто, чтобы здесь было рядом. Будем здесь писать. Здесь, смотрите, здесь search. Вот так, поэтому здесь еще нужно будет вот так и вот так. И теперь display блок. Соответственно, наверху мы этот блок убираем.
Ну реально. Бесполезен просто. Почему у нас меню все время открыто, я не знаю, честно. Так. Окей, у нас есть такая штука. Она блочная. И есть такие штуки, да? Почему у нас здесь... А, это все вместе? А зачем я его сюда вставил? Зачем я его сюда вставил, ребят? Вообще не понимаю, зачем я это сделал. Возвращаемся назад. Сейчас пойму, что вообще произошло. Вот, search wrapper. Никакого нет search wrapper. Напрямую вот так получилось. Да? Ну, не напрямую. Там контейнер еще идет, да? Просто вот так. А тут у нас что, тут же контейнеры не прописаны у нас? Не, не прописан. Поэтому здесь мы тоже делаем вот так. Вот так. И теперь так мы показываем. Теперь нормально это смотрится? Теперь это нормально, более-менее, но тоже как бы. А что за? Ну, видите, да, то есть он внутри, он идет. Ну, то есть нужно это прописать просто и все реально. Плюс 34 пикселя. Плюс 34 пикселя. Вот, все было нормально. А, блин, а может по приколу посередине ставим? А чем вам, кстати говоря, не круто смотрится? Что-то я сразу-то не прошарился. По центру он тоже смотрится шикарно, мне кажется. Хейс 34. Реально, ребята, а по центру-то тоже смотрится неплохо. Сейчас я это еще сделаю, и вы увидите, о чем я вообще говорил, и как я вообще... Единственное, здесь что получается? Мы тогда margin top убираем здесь, да? Хотя лишним не будет, пусть остается. Так, извиняюсь. Так. Короче, очень простая ситуация. Align items center, здесь понятно все. Все здесь прописано. Единственное, мы этому просто берем и прописываем max V 100%. Правильно я понимаю? Вот так вот, да. А там уже внутри пропишем уже непосредственно. Так, извиняюсь, ребят, не могу держаться, хочется петь. И внутри мы уже пропишем для картинки определенные свойства. Мне хочется, чтобы внутри уже было прописано. Макс Виспу 200 пикселей просто. То есть здесь классика. Опа, по центру. Отлично, отлично. Ну, чуть-чуть, давайте чуть-чуть поиграемся. Побольше чуть на буквально. Соответственно, ручная мышка куда-то ушла. Не знаю, что с ней не произошло. Imagine Bottom. Блин, давайте 20 поставим. Просто я не знаю, что у нас получится сейчас. Ну, 20 многовато, как и хотел, нужно поставить 15. Вот с этими блоками нам что делать? Я предлагаю, как сделать. Предлагаю, как сделать. Смотри. Так, налогом. Ну тут обид. Так, стоять. Я думал, я уже вставил что-нибудь. Вот этот. И объединим его просто с этим. Теперь они у нас относительно одинаковые будут. Но
опять же, не везде, да, то есть здесь теперь 50%. И внутри, сейчас что сделаем, что у нас получается. И этому нужно марджин убрать срочно, 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 срочно. А мы обоим уберем, обоим не нужен больше. Окей. Так, здесь все-таки теперь 20. Окей. Вот эту штуку как-то нужно по центру, как мне кажется. Текст-лайн, центр. Опа. Нет, 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 нет. Блин. Блин, 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 блин. Я не знаю, как это сделать просто. Может быть, как-то... Justify content. Если justify content. Space around. Нет? Понятно. А, он его блочит, что ли? Чего он его тут хочет? Пам-пам-пам. Так, ну... Соответственно, я не знаю, что делать. Space Around прописать или как-то, да, я вообще не знаю, честно говоря. Так, ну давайте как-нибудь... Блин, видите, здесь просто псевдоэлемент идет, который расположен на... по левому краю, то есть он прижат. И если мы сейчас выравниваем по центру, то он не выравнивается. Оставлять здесь тоже мне не нравится идея. Блин, я не знаю, ребят, честно. Может быть, какой-нибудь такой трюк, типа... типа виз 40% и margin left 10%. Я не знаю, что. Может, такая какая-то дичь сделать? Кстати... А вот так, да? Нет? Кнопка, да? Немного не по центру. Кнопку чуть-чуть. Кнопки нужно чуть-чуть. Header right. Мы же можем просто внутренний отступ же задать, правильно я понимаю? Padding values. Ох ты, как отлично становишься. Вот. Вот так выглядит header здорового человека. Реально, не, мне нравится. Вот сейчас мне нравится. Окей, наконец-то. Наконец-то мы разобрались. Это вот просто самое сложное. Так, теперь. Идем еще к более сложным. Это разрешение от 320 до 480. И тут мы видим... 340 я ставлю обычно. Тут мы видим все, что открывается у нас. Вообще самое такое. Просто скрываем здесь header right. Так, ну, здесь мы сохраним, да. Идем дальше. Нормально так написали, на самом деле. Это у нас сейчас идет финалочка. То есть потом будем для других страниц делать, но там уже, по идее, должно быть попроще. Хотя тоже не факт. Так, display none. Блин, display none. И вот этот блок. Я предлагаю ему ширину задать... Я, правда, не знаю, какую ширину ему задать. Так, а здесь немного... Я, конечно, немного... Вот так нужно сделать, да? Я, правда, не знаю, какую ему ширину задать. Примерно 60%. И... Margin 0. Auto. Normal. Блин, или вообще скрыть? Оставлю на всякий случай, свой, если не буду брать. Блин, давайте попробуем скрыть, он реально. Вконтакте, если еще перейдут люди, как бы, но... Так просто смотрится, как бы, по-человечески.
Блин, а вдруг ему нужен будет номер телефона? Короче, в любом случае тут margin top 0 мы делаем, и в любом случае хедер у нас падинг топ 0, я так понимаю, да? Ну, не 0. Что-то я переборщил. Пятнашка. Смотрите, а что если мы не будем полностью убирать? Просто я с одной стороны согласен, то что, ну, такое. А просто трубу уберем, допустим. И все остальное сделаем просто по центру. Такой вариант. Так а куда он, блин, сдвинулся, не понимаю. Какой-то, блин, сдвинулся. А, паддинги у нас какие-то еще есть. Паддинг. Блин, тут, конечно, видите, вроде бы по центру, но из этой галочки, опять же, выглядит, как будто она съехала. Давайте отрегулируем. Margin left. Так, не, не так, не так, не так. Вот тут. Мы можем, знаете, как вот так, я сейчас просто по этому примерно выровняю, по значку плюс-минус. Ну, блин. Да, мне кажется, ровно. Вроде ровно. Да, ребят, если что, мне играет музыка в наушниках, то там подумайте, что типа, чувак просто какую-то хинею вытворяет. Блин, а давайте так оставим, ну. Так, ну это понятно. Окей. Тут что у нас? Тут у нас нет бьеров, надеюсь? Или были бьеры? А, здесь у нас бьеры идут. А я ж думаю, что ж тоже какая-то ахинея. Так, это мы убираем бьеры. Но они здесь не нужны явно. Display none. Теперь другое дело. Эту штуку у нас тоже здесь, да, ограничение стоит. Но можно ограничение снять, в принципе. Max width 100%. Кнопочка. Давайте кнопку тогда уже сделаем. Не, реально, здесь уже сделаем. Она же дисплей-блок у нас идет, да? Вот так вот. Ну, мне кажется, так неплохо получилось. Я не знаю, только имеет ли смысл центрировать это все или нет, или оставить так. Не знаю, мне честно нравится вот так, в таком виде. Центрировать, не знаю, имеет ли смысл вообще. Давайте потом посмотрим, как заказчик отреагирует. Ну, мне нравится в таком стиле. То есть, типа, просто центрирование, видите, оно очень банальное, как бы, и, ну, некрасиво смотрится. То есть, оно на всех сайтах есть центрирование, как бы, и, ну, не знаю, мне не нравится. Так, здесь у нас что? H2 у него почему-то margin bottom, да?
Здесь нужно двадцаточку поставить. А вообще, здесь мы делаем такую тему. Margin 15.0. То есть по 15 пикселей сверху и снизу мы сделаем. И, в принципе, все. Так, окей. Вот это что у нас получается? Checkbox Personal Input. Блин, тут, конечно, здесь, смотрите, not type checkbox. Вот так, по идее, должно работать. Да, работаешь. Я так и знал, да? Единственное, вот эта линия, это вообще клоунада какая-то. Давай тогда не будем ее делать сейчас. Так, сделаем побольше, да, чтобы не было этого. Посмотрим, там может быть вообще сделан сплошной фон, но сплошной фон просто скучно. Ну, я имею в виду, когда заказчик посмотрит сайт. Блин, мне нравится, верхушку нормально сделать, мне прям нравится. Главное, чтобы самому, да, нравилось. Так. Last child. Так. Понятно, кто здесь дурачок? Я когда эту историю задал, так, я не понял, я что задавал, нет? Вот, смотрите, я здесь задал, я, конечно, крутой, да, парень, то, что так сделал, но не совсем в правильном контексте, то есть смотрите, как оно должно работать. То есть здесь должно быть в контейнере вот эта вот история, вот эта вот колонка. И вот она должна быть все-таки последняя. И только в ней, вот так, в ней последней должен быть ADV item, который я сделал вот так. Вот. Так, здесь, в принципе, мне все нравится. Единственное, я бы margin bottom сделал бы тридцаточку. Margin bottom тридцаточка. Окей, да? Да, окей. Так, здесь все сделано. Здесь мне нравится. Здесь мне нравится. Здесь мне тоже нравится. Все достаточно красиво и ничего такого лишнего нет. Здесь тоже окей. Отделка, название. Так, здесь тоже. Здесь тоже все окей. Super hello. Modern Monroe, так. У калькулятора. Не знаю, честно. Вот не знаю, но знаю, да. То есть 30. Ну, 30-ку, да, окей, 30-ку. Бля, может уже у всех уменьшить сделать 30-ку? Блин, уже просто. И вот это вот. Знаете, реально уже, ну, уже как бы реально уже концовка, да, я имею в виду по медиазапросам, поэтому, ну, реально сделаем уже нормально. Я предлагаю всем сделать 30, ну, 31 раз такое, есть такая возможность, побольше, да, и паддинг, ой, ну да, паддинг 60 сделаем, вот. Вот тут, я думаю, по центру сделаем, ну, будет смотреться просто нормально. Так. Так, здесь идет выбор, да? Определенный выбор. Мое почти, на самом деле, достаточно долго держался вот этот вот эти стрелочки, да? И причем мы сейчас делаем просто им вот буквально 28. И все, да? То есть они уже смотрятся красиво. Я прям очень рад, что они получились такими адаптивными. То есть, если вы заметили, когда элемент получается изначально адаптивным, то потом не приходится его кастомизировать. То есть, он уже изначально выглядит хорошо. Так. Далее. Что у нас здесь? Далее. Ну, реально, калькулятор, ребят, я сделал, как будто этот... как будто изначально его делал адаптивным. Ну, кроме формы. Кроме формы. Как будто, знаете, как будто изначально делал адаптацию, и все так красиво смотрится.
Так, здесь виз. Двадцаточка. Ой, блин. Двадцаточка. Блин, ребят. Мои почти реально смотрятся как влитой просто, как будто так там и должен был стоять. Я прям очень кайфую. Правда, нам еще так, нам еще адаптировать просто реально дофигища. Просто дофигища. Единственное, здесь тоже уснул. Хотя бы по десяточке. Блин, ну, не, нам нужно все-таки соблюдать общую стилистику, поэтому по пятнашечке. Ну, смотрите, даже 20... Даже 23 можем поставить, ну, чтобы он как бы нормально смотрелся. Здесь все окей. Ничего не трогаю, здесь все окей. Наша команда. Плюс-минус тоже все окей. Единственное, стрелочки чуть-чуть поднять. А, вот он. Сколько там уже адаптируем? Сейчас 40, да, уже адаптируем, нормально. Ну, оставляем стрелочку. О, компании. Здесь, в принципе. Единственное, здесь что-то не понимаю, что здесь сделаю. А, угу. Извиняюсь. Падинг лохнар. Здесь вот у этого блока. А. Вот он минус 60. О, здесь тоже, наверное. Там нет этих случайных бер? Я вот как вижу, знаете, эти беры. Я не почему бесит, ребят, потому что бер вот это, ну, реально, грязь делает какую-то. Какой фон сайз здесь поставим? Я не знаю. Блин. 24? А ты что, 12 поставишь, что ли? Блин, давай 12, а что делать? Фон сайз 24, а здесь 12. Ну, а что, в принципе, смотрится, ну, мне кажется, неплохо. Фон сайз 12. Мне кажется, на мобилке, там видите, какое, мы же сейчас смотрим на компе, а тут 340 у вас будет разрешение, поэтому нормально все будет. Про клиента. Здесь тоже отступ у нас идет, да? Ой, какой, ой, как красиво смотрится. Это называю хорошая верстка. Когда ты сделал, и у тебя ничего не прыгает, не скачет, и все хорошо. Тут, конечно, я вот немного опять облажался. Тут уже по-любому, видите, придется.
По-любому придется здесь ширину делать макс ви 100%. Здесь уже безоговорочно. Это кто сделал отступ здесь? Важен вот он. Ну, 15, давайте поменьше сделаем, просто слишком большой отступ. Это отсюда, да? It's okay. Опа! Опа! Приехали, да? Тот самый блок. Или по два влезет. Блин, может по два влезет? Не? Окей. Так, здесь самое интересное. Как нам это все расположить? Ну, без этого, без проблем это у нас выводится здесь. Здесь я предлагаю, в принципе, сделать просто... Опа! Не знаю, что такое счастье, когда находишь паддинг, знаете, ты понимаешь, что у тебя краски все поместится. Единственное, между ними все-таки отступ нужно сделать. То есть класс, который никогда не пользовался, да? Десятку надо сделать, кроме последнего. Last. Там уже не это не надо. Блин, маловато что-то, да? Вроде бы сделал, да? По текстовке здесь уже 14, да? Бля, 13 вообще дает пушку. Давайте 13 поставим. Просто переносить тут, видите, три колонки, как я их перенесу? То есть они вот так будут друг по другом идти, но не смотрится, честно. Хочется это нормально сделать. Здесь что у нас получилось? Ну... Давайте 15 сделаем. Здесь, в принципе, разницы нет. Просто, чтобы гармонировало, сделаем 15. Окей. В принципе, ну, это окей, да? Ну, смотрится окей, как мне кажется. Не знаю, может быть, и как-то стоило выровнять, я не знаю. Space between... Не знаю, но что... Я про что говорю? Может быть, вот так стоило как-то? Да нет, здесь без вариантов. Я просто вот это думал, может поднять повыше? С другой стороны, нужно или нет это все поднимает? Ну, то есть, давайте, допустим, мы сейчас вот, предположим, я подниму. Ну, типа, сделать, чтобы на одном уровне, да, было? Ну, тогда шляп получается. Не, ребят, не. Так красиво смотрится. Что здесь менять-то? Здесь я рад, что все влезло, во-первых. Во-вторых, здесь мы сделаем просто margin right по 10. Margin right по 10. Опа! Так, а подожди-ка. По 10 перебор. Я, конечно, по 10 размахнулся. Ну, тут единственный отступ, да, вот этот отступ нижний. Ну,
Imagine Bottom 10. Так. Ну, здесь окей, в принципе, все, да? Ну, it's okay. Блин, я сейчас на телефоне хотел посмотреть. Может, что-то всплывет, я не знаю. Может быть, что-то всплывет. Может быть, может быть. Блин. Не знаю, ребят, мне кажется, надо что-то с роутером. Просто это реально. Ненормально. Блин, я просто реально хочу протестировать на мобилке, как будет смотреться. Чисто для закрепления. Блин, подключено к одной и той же сети. Он просто не грузит. Че предлагаю? Сейчас предлагаю, пойду роутер перезагружу. Здесь сброшу. Все сброшу просто, да? И пойду перезагружу. Вот. Потом запущу заново и посмотрим, что будет. Собственно, в целом у нас серия, наверное, я не знаю, или в этой же серии. Другие страницы сбахну. Блин, в целом... Смотрите, что нам осталось? Давайте проведем анализ небольшой. У нас серия шла сколько? Час 46, дофига. То есть я предлагаю, что серия уже нормально вышла по времени, поэтому, ну, чтобы вам потом, ну, чтобы, во-первых, мне на YouTube не грузить 3 часа, да, во-вторых, чтобы вам потом было смотреть удобно по сериям. Значит, в этой серии мы сделали главную страницу полностью адаптивной. Это нам позволит другие страницы сделать гораздо проще. Допустим, смотрим страничку услуг, услуги, точнее, одной. Здесь вот этот блок уже... ну, относительно адаптирован, да, потому что он у нас используется здесь, да, но может быть чуть какие-то корректировки. Ну, скорее всего, он будет адаптирован. Сертификаты, скорее всего, будет адаптирован, потому что это Bootstrap. Табуляцию нужно будет адаптировать. Это вообще, ну, по-легкому вообще, то есть там делать ничего не надо. Единственное, нужно понять, как это все сделать, чтобы оно смотрелось нормально, да. Ну, чтобы понял, да, переключалось. Ну, я уже придумал, как это будет выглядеть. Я думаю, там проблем не будет. Ну, понятно, что картинку мы уберем, она неинтересна. Ну, не то, что неинтересна. Хотя посмотрим, может быть, картинку оставим. Ну, окей, дальше. Этот блок у нас уже адаптивен. Этот блок, ну, посмотрим. Этот блок адаптивен. Вот этот нужно будет адаптировать. Этот тоже нужно будет адаптировать. И это уже адаптировано. То есть, ну, видите, да? То есть уже прям по минималочке. Здесь... адаптировано, адаптировано, нужно будет этот адаптировать и реквизит адаптировать. И вот это адаптировать. Все. Вот это нужно адаптировать, вот это адаптировать, вот это адаптировать. Ну, то есть такие дальше уже будут по мелочи. Я думаю, за следующую серию мы все-таки закончим. Сегодня у нас идет как раз-таки финалочка, да, сейчас у нас идет 19-я серия, и в 20-й серии мы точно все зафиналим, и в конце сделаем анимацию как бонусом, сделаем на всех страницах анимацию, чтобы все смотрелось красиво, плавно и эстетично, вот. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, пишите комментарии, отвечу на все вопросы из комментариев. Так, у меня не так много подписчиков, поэтому отвечу на все вопросы. Вот, пишите свои комментарии ниже, подписывайтесь на наши социальные сети, там на мои социальные сети, на... регистрируйтесь на HTML Essence, ну, то есть переходите на проект и смотрите, как мы их вообще реализовали, может быть, вам понравится, может быть, вам нужны будут наши услуги, либо наше обучение, вот. Спасибо за просмотр, всем пока!